Всем привет, микрофон Антик, мы продолжаем играть в Iron Harvest, я играю за Саксонию, и против меня, значит, Полания, плюс Рассвет и Саксония. Противники читерят, как-то выбрал двух героев, один из них, фиг его знает. Итак, я играю по центру, в карте 3 на 3, поэтому, скорее всего, толком у меня не получится сыграть. У меня будет только одна железная шахта. Да, это беда. Так, ладно, давайте-ка мы тогда пособираем железо. Попробуем. Так, бежим на центр, значит, забираем шахту с нефтью, если получается. Противник тоже прибегает, да? Ну, в принципе, было ожидаемо. Все, начинается перестрелка. Это надолго. Да сядьте вы уже нормально, придурки. Сейчас придет подмога. И мы их как-то вольнем. Можно, в принципе, взять инженеров, сходить к ящику с оружием. Будет тоже неплохо. Понятно, короче. Понятно, что нам ничего не светит. Так, давайте инженеров тогда. Дешевый отряд. И к ящику с оружием. Так, у нашего союзника вроде все неплохо. Не тут-то было, да? Так, что у нас тут? Пополнение. Так, ребята, давайте мы проверим, что в ящике. Так, вы давайте сюда. Шахту еще одну возьмем, попробуем закрепиться. Так. Let's get cover. Stormtrooper squad ready. Standing by for order here to serve. Что там у нас бляха, птичка грёбаная. Stormtroopers reporting as ordered. Так, все, давайте. Возвращаемся сюда. Сейчас все получится. Так, ребята, давайте захватывайте, чего вы тупите. Возвращаюсь на позицию. На самом деле туповато играть на центре. Мне совершенно не нравится. Не знаю, как вам. Так, хорошо. Захватываем эти, пока у нас на подкрепы идут. Хоть что-то я захватил. Так, что они не пойдут ко мне, да? Пошли захватывать флаг, пока они там тупят. Так, укрепляемся. Сразу же прокачиваю железную шахту, потому что у меня вариантов тут просто нет. Союзники сейчас помогут. Нормально все. Так, мне нужно поставить бункер. Так, что у нас там пушка за игра? Пушка у нас вообще слева, это не моя проблема.
совершенно. Все, возвращаемся. Получается, вам нужно построить барак. Мою базу вообще не показывают на карте. Это баг. Это по-любому баг. Все, свалим вон отсюда. Все, успеем. Черт, не успел. Но это нам дало время сделать бункер. Наступаем, наши прикрывают. Зато флаг я захватил. Ну и после стройки барака мы призываем первый резерв. Отлично. Черт. Хреново. Все отлично, что у нас там по резерву там? 450 металла, да? Бежим помогать нашим. Тут надо серьезно укрепиться. Флаг у нас, конечно же, перехватили. Так, пулемет-то я поставил? Поставил пулемет. Хорошо. Думал, союзник если что прикроет тыл. Так, ну-ка, ну-ка. Уже медведь пришел. Хорошо. Бляха, нет металла вообще. Я все, весь металл, видите, трачу на пополнение. Так, хорошо, давайте это поставим, пока сядем тут. Снова захочу флаг, тут надо поставить бункер. Инженеры-то как раз пойдут и ставить бу... А, слушайте, давайте починим. Потом сюда. Там уже... О, там уже мехи идут. Это первый резерв врага. Благо, я успел тут поставить пушку. Что очень хорошо, конечно же. Посмотрим, как у нас выдержит бункер. Тут уже с базукой ребята идут, хорошо. Так, мне нужна пушка. Либо вот эти ребята. Нет, давайте-ка мы отменим. Ну, этот мне сейчас не поможет, так что давайте все-таки этих. Так, нефть возьмем и сюда. Так, вы захватили флаг тогда? Хорошо, давайте, значит, поставим, попробуем бункер тут. Что-то я вроде как-то пытался поставить его тут. Не помню, работал он или нет. Тут надо наискосок вставить, скорее всего. Чтоб тебя. Какая же это боль ставить бункеры. Вот так. Будет хорошо. Так, что-то Марта пошла, нет? Еще не пошла. Все нормально. Так, пошли вот этих ребят сюда посадим. И можно уже призвать первый резерв. Дальше, значит, улучшаем. Либо улучшаем барак. Да. Улучшаем барак и пробуем призвать второй резерв, уже Брунгильду. Так, мы пока садим сюда. Денег нет, как обычно. Надо, короче, помогать ребятам, да? Давайте-ка посмотрим, что у нас тут.
в ящике с оружием. Потом пойдем куда-нибудь вот сюда помогать. Че, не в дом залезли, что ли? Нет ведь? Ну че, стреляют? Непонятно. Непонятно. Пошли. Расстреляем тут кое-кого. Так, прокачиваем, значит, мы все шахты. Чтобы было больше нефти, чтобы было больше железа. Так, пока давайте тут присядем. Враги наши не торопятся на тот свет. Потому их пока не видно. Итак, для этого призыва мне нужно 550 железа и 250 нефти, да? Будем пока копить. Пулемет, слушайте, это хорошо. Это очень даже хорошо. Сюда пошли, да, пулеметы? Тут будет самое место. Пока они, короче говоря, не рискуют нападать, давайте я починю бункер. Я тоже не тороплюсь на тот свет. Пока спрячусь. Все, пошли, я не ужду. Да, быстро. Все, сваливаем. Отстрелялись. Медики. Медикам некого лечить пока. Ну неплохо, слушайте, неплохо мы тут вырвались там. Нормально, мы их прогнали. Мы их прогнали. Так, этот танк надо как-то завалить. Пошли сюда. Все, меха оставим тут. Все нормально, все под контролем. Никто не ломится, у нас уже очки подходят, да? Ну, видимо, игра будет очень быстрой. Блин, я так и не успел вызвать эту фигню. Так хотелось на нее посмотреть. Я просто сам еще не видел Брунгильду в действии. Хоть чуть-чуть на нее глянуть. Какая там у нее способность там? Пушки не захватывать не умеют. Так, хорошо. И Брунгильда у нас появляется. Он такой вот, такая вот слоняра. Это как бункер, да? Туда можно сажать народ. Вот мы как раз пулеметчиков-то и посадим, да? Ну, наверное, уже не посмотрим на нее в действии, к сожалению. Черт побери, обидно. Придется мне еще одно видео записать про Брунгильду. Никуда не денешься. 15 минут, 15 минут это довольно мало. Ну и все, в общем-то, да. Артиллерийский удар, успела я посмотреть. Да. Ну что ж, сейчас сделаю еще одно видео тогда. Спасибо всем за то, что посмотрели. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Если вы ждете продолжения по этой игре на канале. С вами был Антик, всем удачи. Всем пока.